Второй год подряд в Иванове проводят масштабную акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант». Как и год назад, свои двери гостеприимно распахнула библиотека на Крутицкой. На этот раз для желающих проверить уровень знаний родного языка приготовили два зала. Перед началом диктанта ивановцам напомнили основные правила. Основные моменты – это написание слитно или раздельно частиц, это написание строчных или заглавных букв в каких-то наименованиях, а также пунктуации сложно подчиненных предложений. В этом году библиотека на Крутицкой более основательно подготовилась к тотальному диктанту. В окнах библиотеки сотрудники периодически увешивали основные правила русского языка, чтобы заинтересовать прохожих. Более тщательно были подобраны люди для диктовки текста. Год назад многие ошибки, по мнению участников акции, возникли из-за невнятного чтения. Получить низкую оценку за тотальный диктант на этот раз ивановцы не боятся. Это оценка для себя. И если даже поставят двойку, жизнь не закончится, значит, есть к чему стремиться, и мы будем стремиться к следующему году выучить те правила, которые мы нарушили, скажем так, в этом году. Но надеюсь, что мы все-таки на тройку-то напишем. В прошлом году грамотность ивановцев оказалась на уровне оценки 3 с минусом или 2 с плюсом. Тогда проверить свои знания пришли 50 человек. В 2014 году тотальный диктант писали почти 70 жителей областного центра. Текст Алексея Иванова, который читали на этот раз, по отзывам оказался легче прошлогоднего, который подготовила Дина Рубина. Возможно, это скажется и на общей оценке. Результаты тотального диктанта в Иванове огласят 16 апреля. Любовь Почернику, Денис Денисов, РТВ Иваново.